Массовое поражение наемников в Николаевской области. Наступательные боевые действия переместились в Донецкую область и в Харьковскую область. Гражданам Украины скоро можно будет практически всем владеть пистолетами. Подавляющее большинство граждан Германии из-за энергетического кризиса и инфляции вынуждены существенно сокращать свои расходы. Ряд ведущих украинских политиков повторяют мантру, что садиться за стол переговоров еще рано. Ну а некоторые, такие как Подляк и более того, выставляют условия Российской Федерации. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 4 июля, День независимости, кстати, Соединенных Штатов Америки, 10:00. Ну и как некоторые американские политики и украинские политики считают, что борьба за Соединенные Штаты Америки сейчас идет в Украине. И вот поступают данные с Николаевской области, что крупные потери наемников с разных стран, которые воюют на стороне ВСУ. Соответствующие данные передают местные. Ну а также подтверждаются потери боевиков с Бразилии. Соответствующие материалы также выложены в соцсетях. Ну а тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что начались наступательные штурмовые действия в направлении Бахмута, конечно же, в направлении Славянска, Краматорска. Штурмовые действия российской армии в Харьковском направлении. Ну и после падения Лисичанска для ВСУ теперь театр боевых действий переместился фактически в Донецкую область. Наиболее масштабные сражения будут, конечно же, здесь. Ну и, конечно же, Генштаб ВСУ сообщает о героической обороне, но тем временем наступательные действия продолжаются. И, как сообщают ряд источников на местах, эти наступательные действия ускорились. Ну и в этом, как отмечают западные эксперты, нет ничего удивительного, учитывая то, что большое количество сил Российской Федерации освободилось и теперь может быть направлено на это направление. С украинскими же резервами все гораздо хуже. И с тем же западным вооружением тоже все не так хорошо, как некоторые арестовичи рассказывают. И, кстати, интересные цифры я привел у себя на телеграм-канале по киевскому призыву. Вы реально просто удивитесь. Это тоже меня, так скажем, очень сильно удивило. Обязательно подписываемся на телеграм-канал. Ну, а тем временем все-таки ряд американских политиков и украинских политиков говорят о том, что должны быть продолжены, конечно же, боевые действия, а садиться за стол переговоров рано, но так как это звучит, к примеру, из администрации Байдена, больше похоже, что как бы уже надо немножко о чем-то думать с точки зрения переговоров. А вот такие политики, как Тимошенко, заявляют, нет, что рано. Ну и неудивительно эти сообщения, тем более, что Юлия Владимировна заработала столько денег на российском газе, и вот теперь вынуждена произносить какие-то речи, да, которые сейчас трендовые в украинском информационном пространстве, якобы, чтобы поддержать Зеленского. Но все прекрасно понимают положение дел, и оно только ухудшается. Но правда, Подляк в ответ на слова Пескова о том, что должны быть приняты условия, выдвинул свои условия и о каких-то репарациях, и ряд других интересных тезисов, которые больше бы, наверное, были интересны психиатрам, а нежели политикам. Но я не удивлюсь, что в Украине сейчас психиатрию объявят как лженаукой. И вот, к примеру, уже оружие Андрусев из Министерства внутренних дел анонсировал, что будет раздавать практически каждому, то есть можно будет купить пистолетик. Ну а тем временем, естественно, Министерство внутренних дел на этом очень неплохо заработает. Ну и те люди, которые ассоциированы с этими продажами. Ну а то, что криминогенная обстановка вырастет, она и так катастрофическая. Ну об этом, конечно же, никто не упоминает. Ну а Шольц побаивается социальных протестов. И не очень хорошо и у Макрона, с учетом того, что выборы фактически он проиграл. Его партия, и нужно будет как-то договариваться. Плюс определенные сливы, вы тоже наверняка знаете, где выложили переговоры Путина и Макрона, что это тоже по нему неблагоприятно скажется. Ну а по Шольцу ситуация и вовсе аховая. С одной стороны, с Бундесвера люди увольняются, даже еще вроде как ничего не начинается, но на всякий случай уже бегут с германской армии. И это фактически достаточно сенсационная новость.
а для Германии. Ну, а также, что подавляющее большинство граждан Германии будет очень серьезно экономить, вернее, уже экономит, даже на подписках на какой-то медиа-контент. Все это из-за, конечно же, подорожания энергоресурсов. Но то, что будет осенью, конечно, может шокировать всех. И Германию, и Японию, к примеру. Но это, как говорится, будет чуть-чуть попозже. Ну, а зима уже, в принципе, близко. На этом пока, друзья, все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.